3 апреля. Пришел в Печище без лыж и сноуборда. Поднялся по крутой горке в сапогах резиновых. Тем не менее, пока снег держит, время 1 час. Это сноубордист какой-то. Асфальтовая дорога до вышки есть. Вся команда исполняет спуск. Такой все? Да. Oh, my God.
немного ближе к полудню приходит движение. А затем к ночи мороз опять сковывает его. На краю леса появилась большая проталина с множеством мелких проталин. Ермаков стартовал. Сейчас он будет пробираться по узким тропам между талой землей. Закрытие сезона. На тропе универсальный райдер. Второй универсальный райдер снимает. Ледоход на Волге. No!